Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Nissan Note e-Power Hybrid 2017 года в коричневом цвете с бензиновым двигателем объемом 1,2 литра, мощностью 179 лошадиных сил, гибридная установка на 70 кВт, АКПП передний привод, автомобиль на литых дисках хорошей резине, установлены ветровики, имеются повторители в зеркалах, пробег 155 тысяч километров, по салону тканевый салон, чистый, ухоженный, не прокуренный. Имеется спорт, эко-режим, кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, кнопка старт-стоп, мультируль, контроль полосы, помощь предотвращения столкновения, система курсовой устойчивости, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.